Всем привет! О, видать, был сбой когда-то в сети, интернет. Эта тема, которая сегодня прозвучала, она была, наверное, вот эта точка нуля или повышение уровня нормы, это был самый часто задаваемый вопрос, типа там давайте денег, там как развить денежный поток. Эта техника, она подходит не всем и не каждому. Поэтому так, вот. Это нужно индивидуально подбирать под каждого человека, под его доходы, потому что уровень 1500 долларов доход, и, допустим, человек там сидит в доходе там в $300, да, или там, это совершенно два разных подхода. И две разные, то есть и уровень нормы разный, издвигается это по-разному. Поэтому ну, не всегда стоит это за чистую монету принимать, но надо спуститься на тот уровень, в котором ты живешь, и с него уже шагать. Со мной это первый раз сделал коуч. Есть такая Мадина Белялова, и она меня заставила туда купить себе часы дорогие, да, и меня это просто вынесло. Так. Игорь, как заставить себя перебросить страх прохожих? Надо просто пойти и попросить. Здравствуйте, Игорь, спасибо за последний сеанс. Я начала писать письма прощения, я поняла, что депрессия и обида не на парня, а больше на маму. Так как над ее письмом я ревела. Ну, здорово. Классно. Так. Супер. Вот, поэтому дела. Поэтому повышайте периодически свой уровень нормы. Я реально болел после этого задания. Я там валялся, и у меня болела голова, я не мог ходить, у меня дохода есть, но это деньги, а обороты. На какие надо брать продукцию? Что делать, если не могу найти свое предназначение? Человек, который не может найти свое предназначение, вы никуда просто не вкладываетесь, ничего не делаете. Да? То есть ты то дело, в которое ты вложишь свою душу, оно будет твоим. Значит, ты либо ничего не делал, либо делал это без души. Поэтому немножко кусочек души в любое дело, оно станет твоим. И все. Ты начнешь себя. Я до сих пор не могу себе купить часы. Ну, надо пойти купить. Что там это? Переболеть надо. Переболеется, а потом купится и еще будет недовольный ходить, и будет казаться, что это в принципе нормально. Денег. Жалко пчелки, иди купи. Женара, включи кураж обратно, и у тебя ничего не будет срываться. А человек, который в депрессии, его не берут на работу, вы это, ну, вообще замечали сами. Никто не хочет работать с депрессивными людьми, потому что должен быть огонь внутри. Поэтому просто захотите жить, и будет вам денег жалко. Иди купи часы. Как убрать страх и неуверенность? Купила часы за 1,5 миллиона, и не болит нигде. Порхала, сейчас привыкла. Здорово. Ну, то извините.
Вы про меня посмотрите, пожалуйста, в Ютубе или в Инстаграме, полистайте. Я с людьми работаю, помогаю высвобождать эмоциональные блоки из тела. Как быть последние 2 месяца, не могу заставить себя пораньше встать. Когда много огня и ума тоже не берут. Берут еще как. Когда много огня, можно устроиться на работу очень легко. Как накапливать энергию и добрать энергию? Называется апатия страхов. В общем, кто-нибудь в прямом эфире хочет поработать? Я понимаю вопросы этот, но вопросы более такие расплывчатые, где брать энергию, где этот. Она там и берется, на разнице потенциалов берется. Если вы хотите это сделать самостоятельно, допустим, Кайнура, да, то нужно вот между тем, что я имею и то, что я хочу, чем больше разница потенциалов, тем больше энергии. Здравствуйте, скажите, вы пропустили меня письмо прощения совсем в порядке, это нормально? Письмо прощения, возьмите его вот в Ютубе, послушайте еще раз и сделайте. Спать днем охоту, может, встаешь, не знаю. Про сделки, говорю, вспомни кураж. Иди опять, начни просить денег, опять тебе все включится. Про письма прощения, зайдите в YouTube, наберите письма прощения, увидите видеоролик, пожалуйста, делайте. Процедуры можно разные, не знаю. Кто хочет поработать, народ? Хочу выйти, но боюсь выходить. Игорь, пожалуйста, пригласите меня на эфир. Я вас приглашаю, у вас то ли с интернетом что-то плохо, то ли как. Все боятся. Не бойтесь. Альфия, вас зову. Давайте попробуем еще раз. Я хочу, но стесняюсь. Не знаю. Я, смотрите, предупреждаю, это выложится все в YouTube. Завтра, послезавтра. Поэтому вы сами должны запросить выйти с эфира, если снова зайдите, получится. В смысле, я запросил, я вас туда приглашаю. Короче, Жанара, выходи, не смогла подключить. Жанара, выходи. У меня интернет вроде, ну, вроде нормальный, не знаю. Давай пробуем дата. Лучше на тренинг вообще ходить. Добрый вечер. Привет. Как дела? Ложись. С чем работаем? Вас зовут? Хорошо, немножко у меня что-то с интернетом или у вас, я не знаю, почему-то зависает чуть-чуть. У меня вроде пойдет, не знаю. Сейчас посмотрю. Что-то подвисает немножко. Меня слышно? Да. Или мне наушники снять лучше? Вас хорошо слышно? Нет, у меня Слышно? интернет. Да, Видно? слышно. Видно-то, я вижу, что видно. А, это значит, у меня, наверное, интернет затормаживает. Ну, у нас все сейчас затормаживают в интернете. Ничего. Это да. Это да. После 11 только отпускают, поэтому эфир раньше 11 часов вечера делать смысла нет. Это точно. Меня зовут Асель. Угу, очень приятно. Я
ну, не очень близкая, но знакомая Айнур, которая была до этого в эфире. Собственно, я Угу. увидела эфир ваш общий с ней, и поэтому захотелось тоже. Угу. Вопрос какой? Запрос есть или нету? Запрос у меня Ну, такой. не одна там, да? Вот тут, Угу. раз уже подняли финансовую тему, Да. я вас с опозданием слышу и иногда прерывается. Угу. Я вас тоже. А меня слышно нормально? У вас, ну, тоже прерывается иногда. Так, я, наверное, сейчас попробую в другую комнату перейти. Давайте. В общем, запрос у меня также тоже по финансам, но немножко, У вас что-то не финансовые вопросы. в другом плане. Сейчас. Ну-ка, все? Так лучше будет? Да. Итак, свет лучше, освещение А? лучше. Освещение лучше еще. В этой комнате должно получше ловить просто, я думаю. Так Да, получше? лучше, лучше. Вопрос у меня вот такого плана. Тут многие пишут про кредиты, кто-то про доходы, кто-то про уровень нормы. А у меня такого плана. Вот когда, в общем, мне должны и не отдают. Тебе не И я отдают? вижу, что да. Почему? Потому что что? Потому что тебе не надо. Ты, во-первых, их Потому что отдала, мне потому что надо. у тебя не было планов на эти деньги, ты их раздаешь из-за этого. Я Ну, не это знаю. может быть даже не совсем так. Это были, допустим, это я не в долг их отдавала, это были мои обязательства. Ой, что-то Не опять все услышал. пропало. Угу. Даже были деньги не в долг, не то чтобы я их сама отдала. Это была часть моих обязательств. Угу. И ты их отдала, Вот, думаешь, но когда их вернут они? да, получается, что теперь они должны выполнить свои обязательства, ну, прошли какой-то срок, прошло какое-то время, и теперь с их стороны я вот жду, и это уже не первый раз. Это вот именно такие партнерские отношения, когда даже не кидают, а, ну, не отдают и кормят завтраками. Ну, как жизнь быстро. Я извиняюсь, у меня тут еще слушатель один. Смотри. Во-первых, Это напиши. тоже из той же темы, что мне не нужно, что мне не нужны эти деньги, поэтому. Да. Тебе не нужны деньги, и поэтому ты не можешь их заработать. Это первое. А для того, чтобы тебе их вернули или как-то что-то с этим как-то проработать, когда будешь писать письма прощения, их неси туда в список. И будешь писать им 40 дней письма прощения за то, что они тебе не выполнили свои обязательства. А Это что такое первое. письмо прощения? В Ютубе потом забьешь, там посмотришь и выйдешь. Хорошо. Угу. А, должников в письма прощения. Вообще то, что касательно долгов. В долг не давай сумму больше, чем ты готова простить. Если ты не готова простить такую сумму, значит, ты в это не ввязываешься. Если готова простить, значит, ввязываешься. Все. А почему так получается? Потому что когда ты отдаешь деньги, ты думаешь, а, наверное, не выполнят, а или там что-то. И, короче, ты утяжеляешь, тебе не возвращают долги. Ага. Это даже Поэтому могут быть обязательства, да, то есть это какие-то может дивиденды, да, обязательства, какие-то это любая. юридические вопросы, это тоже. Я долг не даю, просто это мой принцип. Ну вот, это любая сумма. Ну ты то же самое делаешь, какая разница? Ты то же самое делаешь, Все только в понятно. другой форме, поняла? Все понятно, да. Угу. Почему так происходит? Потому что у тебя нет планов на деньги. У меня есть планы на Нет деньги. таких планов, нет. Причем Если бы у тебя были колоссальные. планы на деньги, ты бы их потратила на свои планы. Понимаешь? Вот. Тут имеется в Поэтому. виду именно личные планы мои или планы, которые я строю с семьей? Потому что вот тут нужно это разделять. Свои женские хотелки, допустим, планы и планы семьи. Или как? Вообще у женщин это вечная проблема. Да? Да. Помнишь, Путин говорил, у вас, говорит, в Европе как? Давай сначала съедим твое, а потом каждый свое, да?
Это вот у женщины практически Да. у любой. Да. Это да. Вот. Поэтому очень важно, чтобы ты понимала, что если ты хочешь сама денег, значит, ты делаешь сама. Если ты хочешь, чтобы тебе мужчина принес, значит, ждешь, когда он тебе принесет. Если ты хочешь, чтобы он тебе приносил, и ты еще приносила, значит, вы вместе, вы тогда свои финансы разделяете, чтобы не путалось. Очень многие женщины, у которых мужчины зарабатывают, они думают, что они зарабатывают достаточно. Понимаешь? И тогда ты эти деньги ты отделяешь. У тебя еще есть страх, видимо, страх вот успешности, что ли, тебе успех свой принять еще надо. Вообще у тебя обид очень много, давай, если туда добираться. Это да. Это Обид да. много, Я прям уже людей ты стала не их слышишь. выписывать. Ага. Людей ты не слышишь вообще Даже практически. так. Не из-за интернета. Нет, ты вообще не слышишь людей. То, что тебе говорят, у тебя Причем мимо ушей проходит. вы знаете, я очень последнее время я стала себя ловить на мысли, что я это стала другим предъявлять людям. Ну, из своих близких я говорю, ты меня не слышишь. А на самом деле, получается, это у меня у самой. Тихо. Сделай глубокий вдох через нос, выдох через рот. Еще вдох. И теперь вот эта боль, которая в груди, выдохни. Еще вдох. Давай, давай, давай. Аж левое ухо выдыхай. Еще вдох. Вот так, еще. Аж голову отдает. Да, еще сейчас на плечи прям тяжесть. Давай, вдох глубокий. Еще. Давай, давай. Выпускай. Выдох. Еще. Ага, давай. Что Уже происходит? голова кружится. Давай, 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 вдох. Выдох. Еще. И выдох. Еще вдох. И выдох. Еще вдох. Выдыхай, выдыхай. Сейчас ощущения какие? Здесь тяжело. Ага. Еще что происходит? Его здесь першит. Сейчас кашлять пойдешь. Ну, прям сухо. Давай еще вдох. Сейчас. Сяду поудобнее. Выдыхай. Что-то спать охота как будто.
Ну, я потихоньку с тобой поработаю без всяких там. Отдыхай просто. Если захочешь плакать, поплачь лучше. Ты не сдерживай. Только не ори, ребенка не пугай, а так. Плакивай, давай. Ну, давай, больно. Вот так. Давай еще. Как будто все. Еще не все. Ты не останавливай. Далеко. Сейчас усталость пойдет. Выпускай свою усталость. Выпускай. Вот уже как будто сил нет уже. Давай, 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 выпускай. Не сопротивляйся. Закрой глаза, выдыхай. Отключи мозги свои. Вот так. Выдох. Выпускай свою усталость, отчаяние там сейчас лезет. Давай, давай. Вот так. Вот. Горечь пошла под языком с правой стороны. Почки тянет. Давай. Пока только верхняя часть вся напряжена. Дыши, дыши, дыши. Все дышим, это правильно? Дышите все, да. Все дышите глубже. Еще. Тебя шуша закладывает, я тебе говорю, выдыхай. Да. Сейчас. Да. Вот оно, не тягай, ты деньги Заклад. У меня сохранил. как будто давление у меня поменялось Вот, или что-то такое. Не давай, могу давай, давай. понять. Еще руки и ноги, вот пальцы Все. или что-то, они онемели или похолодели, не могу понять тоже. Принесла все. Ты ребенка только не пугай, дыши глубоко. Да он не пугается, он спать хочет со мной рядом. Тебя отпустить или что? Нет, нормально. Давай, выдыхай напряжение. Тебе поплакать надо, ну уже нет, А натяни. я не хочу, я даже не хочу абсолютно. Ага. Вот Если поплакать у меня не хочется, но у меня вот я чувствую, что у меня голова напряжена и в ушах прям заложена. Как в самолете. Да. Как в самолете. Угу. И что? До утра дышать будем? Там, смотри, у тебя много, ты так не получится. Завязывай. Да. Потому что Я реально вот по ребенок. поводу обид, да, по поводу обид у меня прям вообще пласт. Вы говорите, и я прям это сама осознаю и понимаю. Потому На что всех причем, знаете, на всех. вот На понял. всех обиды. Ага. Ты, извиняюсь, из какого города ты, где находишься? Ой, батарейка еще садится. Я из Астаны. Вы спросили, из какого я Ага. города? Да. Из Астаны. Ясно. Давай тогда этот эфир, наверное, прервем, потому что ты не можешь отвлечься от ребенка, там ты
двух сторон. Ну да, Смотри. я вроде его уложила, он пришел за мной. Тебя будет колбасить, если, короче, если будет тошнить и рвать, короче, блюй. Если будет понос, тоже не сдерживать, не сможешь, в принципе. Вот. Поэтому это. Видишь, кричите на нее, как на меня. Я бы с тобой мог пожестче, но у тебя ребенок отвлекает, я не могу. Это надо, ну, чтобы было состояние определенное, он постоянно сбивает. В общем, писем прощения найди в Ютубе и Прерывается, пиши. но я практически поняла. Вот. Так что все тогда. Не слышу. Я Прерывается все говорю, время. ладно, тогда. Все, давай, пока. Блин, ничего не слышно. Пока. Вот. Смотрите, кто будет выходить. Нужно, чтобы вас не отвлекали, или чтобы вы не, ну, людей не пугали. Вы должны предупредить, что можете плакать или кричать, да? То есть предупреждать, чтобы получилось. Потому что нету вот этой состояния приватности, что ли, в этом. Это тоже сразу обижаюсь, конечно. И как научиться не обижаться, это нужно прописать письмо прощения. Я тоже так хочу. Давайте выходите в эфир. Вас пригласить. Может, со всеми, то можно. У нее 98%. У меня тоже куча всего. Надо отпустить с нами. Параллельно Москва. Хорошо, я не обижаю, делаю выводы. Если есть обида, на злость. Потому что она сильная, поэтому реакция и была. Тоже хочу. Дина, давайте я вас подключу. Да, попробуем. Да. Дышите, у кого там какие-то реакции пошли, можете просто продышать. Здравствуйте. Подключать, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Динара, я с города Астаны. Ага, хорошо. А я, честно сказать, впервые вас только сейчас увидела. Я вообще даже ничего о вас не знаю. Но я запала вот на предыдущий прямой эфир, я просто не могла отойти. У меня прямо аж мурашки по коже. А вы такие точные вещи говорите. Спасибо. У меня ничего, честно, ничего про вас не читала, ничего не знаю, но как-то вот зацепило меня. Проблема в том, что финансовые затруднения, просто не хватает денег. В этом все дело. Глаза закройте, давайте я посмотрю на вас сначала. Можете телефон ближе взять, чтобы видите, было видно? Все хорошо. Вдох сделайте глубокий через нос, выдох через рот. Все, да? Телефон поставьте, чтобы он вам не мешал. Ага, вот так. Давайте. Мы что, с вами подышим? Давайте, посмотрю я вас. У вас тоже там кто-то бегает рядом, что ли? А? У вас там ребенок рядом? Нет. Нет? Ага. Все, давайте чуть-чуть подышите, минуты 3 хотя бы. Закрывайте глаза. Меня сюда не слушайте, я буду разговаривать, а вы просто дышите, хорошо? Закрывай глаза, дыши, все, да. Вдох через нос, выдох через рот, вот так. Давайте, как она дышит. Смотрите, народ, у кого что выходит, да? Тяжесть в животе, дышите. Меня тошнит, идите в вырвите. Грудь отпустила, еще подумаю. Несчастья нет. Давайте сейчас поработаем так. У вас загиб желчного пузыря, да?
Не знаю, не проверяла. Желчь не болит? Печень с правой желчи. Нет. Ну хорошо, слушайте. Значит, показалось. Сейчас в теле что чувствуете? Ощущения какие? В теле что? Ощущение легкости. Ага. Я когда... Я, знаете, так никогда не дышу. Я вот даже с предыдущей девушкой подышала. Мне прям аж голова закружилась, потому что я так, ну, как бы не дышу Ага. глубоко. Ну, немножко голова закружилась, но легко. Прям легко. А под лопаткой там не чувствуете напряжение? Под лопаткой Под правой там. лопаткой? Нет. Нет? Давайте еще чуть-чуть подышите, посмотрим. Давайте. У меня уже нос так болит. Слушай, тут уже людей колбасит. Дыши глубже. Дыши глубоко, здесь уже людей колбасит, а ты все держишься. Давай. Пошли слезы хорошо, будете просто дышать, просто дышите. Как можно? Нужно еще глубже дышать, да? Просто дыши, да. Расслабь, мозг убери только. Но мозг вообще отключен. Ну, так хорошо. Хорошо, хорошо, дыши, я тебе говорю, мозг отключи. Глаза закрой, дыши глубоко, расслабься просто. Я сейчас скоро засну. Я в Алмате, в Астане, в Москву езжу, в Дубай. Ты дыши глубоко.
Пояснить, какой направо плечо давит, не поняла. На приемку попасть в это напишите на WhatsApp или в Директ. Быстро дышит, потому что слишком медленно дышать. Надо глубоко дышать. И мозги надо убрать. Мы так и дышим, мозги, как. Смотрите, как умеет, так и дышит. То, что вот она дышит, то, что вы дышите глубоко, да? Вы привыкли. Короче, вы всего достигаете. Вы сквозь через усилие воли вы живете. Вот не хочу, а надо. Вот по дыханию можно определить, как человек живет. Да? То есть у вас все нормально, вы в ресурсе, вы можете до этого, но у вас вы тяжело достигаете. Вот вам не хватает легкости, вам нужно понять, что вы можете и зарабатывать легко, и жить легко. Вот у вас вот этой легкости чуть-чуть нет. У вас глубокое убеждение, что вы должны деньги заработать. Что ничего просто так не бывает. И вам вам вот это надо чуть сдвинуть. Вам аффирмации точно помогут, прощение денег надо. И легкости в деньгах вам. Легкости, легкости. Вам знаете, что надо сделать? Вам нужно. У вас семья есть, да, муж, дети? Организуйте Есть. семейный праздник, ладно, и будете инициатором, и сделайте это легко. Возьмите аниматоров, сами поиграйте. Что-нибудь. Вы должны что-то такое сделать динамичное для семьи. Вам это поможет, и деньги потом придут. Вам немножко энергию надо Точно. запустить, да. У меня такое ощущение, что у меня застой энергии какой-то У вас не идет. застой, у вас кураж пропал. Кураж пропал. Да. Он причем не совсем пропал, но у вас еще есть, сейчас глаза блестеть стали. Но вам нужно чуть разогнать это, и все, и оно пойдет. Семейный С праздник помощью сделайте. праздника? Да. Семейный праздник Хорошо, сделайте хорошо. какой-нибудь. Хорошо, а аффирмации какие читать? В общем, есть в Ютубе прощение денег. Можете забить, послушать, у вас там половина совпадет. Прощение денег в Ясно. А Ютубе забили? Ага. по поводу болезни что-то. Вы, получается, как экстрасенс или кто? Я не знаю, я. Не спрашивайте такие. Не знаю. Я могу на А у меня расстоянии какие-то болезни. работать. Ага. У меня какие-то болезни есть? Вообще, вы можете какой-то обо мне такую характеристику небольшую дать? Характеристику. Ты не все выговариваешь, да, у тебя в горле ком стоит из-за этого. Потому что многие вещи ты можешь обидеться и промолчать. Ага. Второе, доброе ты. А, Есть такое. из-за того, что ты сдержишь, у тебя еще агрессии подавлено очень много там. Ты будешь кричать, тебе подавленной агрессии много. Из-за того, что ты молчишь и, ну, это втихушку ты обижаешься. Помогаешь ты всем, у тебя спасатель ты. Тебе надо всем помочь. Хотя тебя об этом никто не Это просил. правда. Тебя не просят, а ты догоняешь и наносишь пользу. Непоправимую людям. Вот. Вы знаете, даже я вот сейчас подумала, вот вы же говорите, я всем помогаю. Завтра должны привезти мне племянника посидеть с ним. Ну, у младшей сестренки двое маленьких детишек, а я собиралась 2 дня посвятить себе пойти в фитнес-зал, позаниматься и хотела поплавать. Все, я свои, получается, желания Задавила и просто пошла. задавила. Да, подумала, что, ну ладно, я могу и не поплавать, но здесь же дети, это важнее. Как-то вот у меня такое есть. Я свои желания как-то давлю иногда. Смотри. Почему? Вот. Смотри. Ты свои незавершенные какие-то хотелки, когда не закрываешь, ты начинаешь их заедать. Да? Вот она не поплавала, но ты завтра съешь больше, чем ты обычно бы съела. Я страшно поправилась, вы себе представить не можете, как я Я тебе про поправилась. это и говорю. Из-за того, что ты свои приоритеты сдвигаешь постоянно вниз, ты начинаешь их потом заедать. Вот ты не получил эмоциональное удовольствие от тренировки.
начинаешь получать это удовольствие от еды. Услышала? Поэтому да. Тебе очень важно свои приоритеты поднять наверх, всех остальных нахер там туда, в жопу всех. Поняла? Ты говоришь, да. Тебя просят посидеть, вот я тебе лично тебе даю задание, в течение 2 месяцев ты всем отказываешь во всем. Серьезно, как так жить? Вот так. И луна от этого на землю не упадет, понимаешь? Ты говорит, посиди с детьми, ты говоришь, нет. Пойдем копать картошку, ты говоришь, нет. Побели потолок, ты говоришь, нет, поняла? А оправдываться не надо? Нет. У тебя основная причина, ты не можешь людям отказывать, вот. Еще. Потому что. Мне хочется помочь. Почему? А что тебе хочется? У тебя мания величия. Ты думаешь, что если не ты, то кто тогда? Ну, я старшая сестра. Ну, и что теперь? Ну, я думаю, что я должна помогать младшим. 2 месяца ты всем отказываешь во всем, не оправдываясь, поняла? Поняла. Поняла. Посмотрим. Ты посмотришь, это да. Тебя изменит. Тут спрашивают, мужу тоже, мужу не отказывай, не надо. Ясно. Ясно. Ну, а денег-то не хватает. Ты меня услышь просто сначала, ладно? У тебя вопрос сейчас вообще не в деньгах. Ага. Перестань всем помогать, тебе денег хватит. Хорошо. Услышала? Начни с этого. Начнешь закрывать свои хотелки мелкие, сначала там в отказах, где-то этот, ты начнешь весь терять. Ты, в смысле, ты начнешь строить сама по себе. Ага. Понимаешь? Каждый раз, когда ты будешь откладывать и будешь закрывать свои потребности какие-то, вместо того, чтобы кому-то что-то сделать, твой организм перестанет испытывать стресс и ты перестанешь так заедать. А это я стресс для организма, если я забиваю на свои желания? Да. Смотри, вот это, почему мы заедаем, да, все? Потому что это как такая похвала. Ты посидела с детьми, но зато ты не поплавала. Ты же молодец, да, молодец. Ну, на, дорогая, покушай там кашки. Съешь еще булочку, еще тортик возьми. Это когда собака, которая там сидеть, она села, ей кусок сахара кинули. Лежать она легла, ей кусок сахара, понимаешь? Это отсутствие внутренней похвалы. Да. Поэтому мы заедаем все. Ага, понятно. Ага. Слышала? 2 месяца всем отказывай. И все. Хорошо. Детям, внукам, там только в пределах, ну, такой, допустимой как бы нормы, да, но это вот все, что не касается тебя, и то, чего ты не хочешь делать, отказываешь всем. Даже тебя просят, принеси хлеб, но ты сейчас сидишь, и ты реально не хочешь за этим хлебом идти, говоришь, иди возьми сам. Угу. Поняла? То есть ты свой внутренний барометр смотришь, я бы хотела или не хотела, если нет, нет. Все. По внутреннему состоянию. Ты свое внутреннее состояние убери. Еще раз я тебе повторяю. Есть, вот, допустим, есть прямые обязанности твои, там, допустим, там, с мужем. Ты делаешь, не отказываешь. Есть по работе какие-то обязанности, ты не отказываешь. Всех остальных нахер, все. 2 месяца ты всем во всем отказываешь. Тебе будет казаться, что от тебя отвернутся, будут думать, что ты плохая, что они перестанут с тобой общаться. От этого ничего не изменится, все останутся с тобой. Просто все, там, ты откажешься посидеть с детьми, кто-то другой посидит, ничего страшного. На Земле 6 миллиардов человек как-нибудь справятся без тебя. Хорошо. Хорошо? А так вроде все? А в остальном все хорошо, да? Ты с этим справишься сначала. Хорошо. Дальше пойдешь. Тихонько. Хорошо. Угу. Спасибо вам большое, что уделили мне внимание. Спасибо. До свидания. До свидания.
Да, Игорь, вы правы, всем помогаем, а потом сами переживаем тоже за все переживания. Они живут все свои удовольствия. Как вы правы, точно говорите тоже. Если ты не умеешь говорить «нет», то твоя «да» ничего не стоит. Правда, скажите, поле на «нет». Не хочу идти к той женщине. Это можно вам в WhatsApp позвонить так. То есть на все по видео. Еще смотрите. Я бесплатно не работаю. Я работаю всегда либо за деньги, либо вот за такой прямой эфир. Или, потому что человек не стесняется выйти в него. И те индивидуальные сессии, которые вы видите в YouTube, они люди соглашаются, я соглашаюсь провести им индивидуальную сессию без оплаты, но я их, в общем, размещаю в соцсетях. В любом случае человек должен что-то отдать. Либо свое лицо в соцсети, либо деньги, которые он платит. То есть за все должно быть ответная реакция. Вот так. Тут помогает по бесплодию. По бесплодию, если у вас все на месте, там, допустим, матка, придатки, там, ничего не удаляли, не этот. Если врачи говорят, у вас просто, ну, у вас все нормально, но у вас что-то там не держатся фолликулы там, или какие-то там вещи не можете выносить, то помогаю. Психосоматику я убираю, помогаю. Сейчас на первый раз. Доплату по видео можно? Заплату по видео можно, так же, как за индивидуальную сессию. Если вы в Астане или в Алмате, вы можете прийти ко мне, и мы с вами поработаем вживую, можно без видео. Если вам интересно, чтобы это было на, ну, именно в таком формате, можно в таком поработать. С булимией я не сталкивался, не работал, поэтому ничего не могу сказать. Свекровку хочу убить, ненавижу ее. Пишите письма прощения. Потому что по-другому никак. Понимаешь, свекровку, между свекровью и невесткой постоянная вот эта борьба, битва, потому что вы деретесь за его внимание. Я боюсь, живую слишком страшно. Не могу отправить запрос, живот-желудок. Живот-желудок – это не принятие себя, это самоедство, это тогда, когда ты во всем виноват. Стоимость сеанса лучше в директ напишите, я вам отвечу, потому что это видео я буду сохранять, а цены меняются, и я не хочу, чтобы они оставались, как-то фиксировались. Вот, есть еще кто-нибудь, кто хочет поработать, давайте еще одну сессию проведем, по-моему, мы успеваем, и потом уже, наверное, на этом завершим. Как попасть на прием в Алматы? Вы можете написать мне в директ или на WhatsApp. WhatsApp есть в моем профиле. Мой номер телефона. В общем, можете написать. Я вас договорюсь по времени и цене. Неврология. Сталкиваюсь с депрессией, да, сталкивался, помогает. Таскин. Письмо прощения буду писать все время. В Астане буду 26-го прилетать, 27-го по 30-е буду принимать индивидуально. А потом уже я хочу. Вы хотите в прямом эфире? То есть, да. Давайте попробуем. Добавить Астана Жолдус. Смотрим тоже. Нет. Не может написать. Псориаз, короче, вам вообще не вам надо ко мне на тренинг прийти. Надо псориаз сначала убрать, а потом уже с остальным разбираться. Потому что псориаз это, смотрите, псориаз это внутренняя ненависть к себе, да, это тогда, когда я себя ненавижу. Вам надо с собой разобраться, а потом будете уже рожать. После родовой депрессии сталкивался, надо будет работать. Почки – это страхи. Да, смотри. ПП и спорт. Я ПП не могу держать, в общем, меня извините.
Я просто ограничился после 6 дней, не смотрю, что означает. Да, жар бросает после дыхания нормально. Печень — это обиды. Ну и кто? Я Игорь Ким. Я хочу. Давайте желтость. Выпадение волос, смотрите, психосоматику потом можете посмотреть в... Грыжи поясничного отдела, это надо вправлять спину, а вообще, если психосоматику брать, то это напряжение либо из-за денег, либо из-за секса. Вот поясница — это секс и деньги в основном. Садятся, это надо с этим работать. Приходите на тренинг. Я не могу давать гарантии, конечно, что он пройдет, но очень много людей уже, у которых после тренинга псориаз проходил. Я позвоночник могу поставить, да. Волосы выпадают, из-за чего я не знаю, это надо у языка спросить. Ближе вправляйте спину. Давайте. Альфейка, она что-то не подключается, не могу понять. Давайте кого-нибудь подключим к прямому эфиру, потому что вы почему-то не можете, Шулдес, подключиться к прямому эфиру. Он вас сбрасывает. У вас что-то, видать, с настройкой. Зачем бесконечно головная боль? Это мигрени, их надо работать. Я же вам точно сказал, я псих, не хочу жить, но мне читать и жалко. Ну вот, с этим надо прорабатывать. Это надо вытаскивать, надо агрессию выплевывать, выплескивать. Желтый, я вам говорю, у вас что-то в профиле не настроено, вы не можете. Я вас вот приглашаю, допустим, и вы отказываетесь. Про волосы где-то читал, что это потеря женственности. Болят плечи, будто весь мир на мне. Ну, это нагрузка, да. Здравствуйте, врач. Нет, я не врач. Здравствуйте. Так, давайте. Через какое время после вашего тренинга все меняется? Честно, я не знаю. У всех по-разному, поэтому тут, ну, так и не подберешься. Как вы относитесь к астрологии? Я к астрологии хорошо отношусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи. Добрый. Добрый. Наконец-то подключилась. Что-то не получалось, да. Что-то не получалось, да. Это я тут, наверное, тормозила. Я сам себя слышу. Я сам себя слышу. Меня слышно? Вас слышно, да и я себя. Вас слышно, да и я себя. Раз. Раз. Ага. Ага. Как-то у вас наушники? У вас наушники?
Да, есть, но я, в принципе, могу разговаривать так или лучше в Нет, наушниках. лучше наушники одеть, лучше наушники одеть, я так себя слышу Ну, прямо, сейчас. я так себя слышу прямо. А, сейчас. Есть наушники. Так лучше? Так прям хорошо вроде. Вы меня слышите, да? Да, я вас отлично слышу. Все супер. Настойчивая я, однако. Вас в прошлом раз хотел подключить, и я прям аккаунт запомнил. Я уже сколько раз пытаюсь. Оказывается, Инстаграм не был правильно настроен. Для тех, кто хочет подключиться, надо зайти в разрешение, нажать обязательно камеру, потом будет так работать. Вот, да, надо дать раз. Поэтому, да, просто как бы от волнения не читала все действия и, в общем, меня выбивало раз за разом. Вот сейчас только просветило наконец-то. Понятно. С кем работаем? Вы из Рада какого вас города? услышать. Ой, я не из города, я из деревни. Это откуда вы? Это Алакольский край, Учарал, если слышали. А, знаю, да. Ну, я не самого Учарала, я возле Учарала, в общем, в деревне. Деревня наша Кабамбай называется. Ну, хорошо. Бывшая Андреевка. Угу. Древку я знаю. Вот я оттуда. Знаете? Я из Солдатуганска. Может, знакомые есть у вас? А, вы стал. Ну, тем более, Это рядом. почти рядом. Угу. С чем работаем? Хотела бы вот спросить, у меня проблемы, ну как бы не то, что проблемы, а в плане хотелось бы узнать вообще. У меня как бы второй брак на данный момент, ну и хотелось бы, хоть несмотря на возраст уже мой, хотелось бы, конечно, ребенка родить, но никак не получается. Есть какие-то проблемы, может быть, видимые вам, невидимые нам? То есть мы как бы прошли вроде обследование, ну, как бы врачи говорят, что все возможно, там, ну как-то вот никак. У вас все нормально по здоровью, я так понимаю, да? Ну, были проблемы, ну как бы мы пролечились и так далее, вроде как сказали, что все нормально, можете как бы там дерзать, так сказать, но не получается. И вот Давайте с вами вопрос именно в поговорим. том, что. Угу. Давай, поставь телефон, чтобы не трясся, как-то, чтобы тебя как-то было видно, и в то же время, чтобы он тебе не мешал. Вот так. Закрываю глаза, глубокий вдох через нос, выдох через рот. Еще. Так, я извиняюсь, эфир, по-моему, сейчас завершится через 14 секунд. Давай я выйду и еще раз попробуем, ладно? Слышно меня? Хорошо. Ага, давай. Да.